Всем привет, дорогие друзья, с вами Камасио. Сегодня мы начинаем играть в Пенумбра Реквием. Ведь сейчас, по сути, сюжета Пенумбры, ну, серии Пенумбры, конечно. Игра, представляете себе, головоломку, где не надо ничего делать. Если можно делать, но это не такое вам там, какой-то хоррор. Да, это я понял. Ща, что такое? И чё? А, во. Это мы сейчас, оказывается, в комнате, где и ушли части были. Нихуя. Вырубили его. Да, это. Ну, мы и все наиграем за Филиппа. Его кто-то бьет по башке. И у тебя есть сознание. Вот оно и начинается. Куча если в тысячи миль начинается с первого шага. Ну, да. Не знаю. Я в эту игру уже очень давно играл. Может. Так что. Так. Внимание! Новоприбывшие. Внимание! Добро пожаловать, новоприбывший. Вы четвертый за последние 10 часов. Последняя запись была сделана 32 часа назад. Вот мы и начинаем игру, так что, ну, хоть какой-то вот такой, можно сказать, гробница, и по незначительному причине наш Филипп просто просыпается здесь и пытается выяснить, как он сюда попал. Обратите внимание, что у нас фонарик не будет кончаться, просто не будет кончаться, так что можно с ним бесконечно бегать. Трубы. Ну да, похоже, здесь ученые проводили здесь операции какие-то во время, ну, в гробницах, во время второй части. Давай, бей. Блин, учет. Я подумал, что сейчас что-то это... Да. Да, что-то у меня лагает, но ничего. Это такие жесткие лаги. Да блин, ну давай, все отлично. Имя Элов Карпентер. Уровень теперь уже не имеет значения. Они пришли за мной в камеру, когда я надиктовывал свои наблюдения. Это воспоминания я второй части. Я уверен, что мне то, что конец. Но моя капсула с цианидом оказалось негодной или просроченной, а потом раз я оказался тут, этот монолит. В нашей практике мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Так, перед нами открылась какая-то... Вот эта дверь, и вот портал. Вот. И вот, как я и хочу сказать, что надо собирать две такие шарики за тяжелые, ну, тяжелые головоломки. Где вот такое выполняется тяжелую головоломку, вы ее походите, и вам за это дают какой-то вот такой шарик, который принесет вас в другой мир. Ну, только лишь активировав сам портал, и тогда вы сможете брать дальше. Что ж, сейчас главное это вот это спустить вниз. Надо спустить туда достаточное количество веса, потом... А! Ой, стоп, подождите, блин, забыл. Мое имя Элов Карпентер. Уровень возвышенный. Статус код С, заключенный. Да, мы да. Подошли к цели почти вплотную. Но после распространения вируса Турнгайд, это было 9 месяцев назад, моя личная безопасность оказалась под угрозой. Вчера в соседней камере появился
незнакомый выживший. Вряд ли, конечно, я увижу его снова. Общее количество ключей достаточно для выхода. Чё, реально? Нихрена. А потом надо еще один найти. Ладно, ребята. Конца экрана видно, не видно. Ну да, там тумана полно. И тут туман, потому что я же не отключил с настроек. Не помню, чё. Ну, заходи. Можно было как-то уже сразу заходить и все. Но придет тогда вот так. А, да, так, так, сердце говорит, я хочу, а разум, ты этого не получишь. В итоге разум сдается. И в дело вступает воображение. Так, вот это я помню уровень. Да. Какие-то вот такая... Не знаю, что-то вот сразу мне напомнило вот этот Prison Break. Конспирейси, но побеги с тюрьмы. Помните, там, когда были задания, так, идти мимо? Так вот, она была отключить эти камеры слежения, чтобы они на вас не засекли. Блин. Что ж ты, блин, так лагаешь? А, да, достаем свой фонарик. Так. Ой, блин. Черт, лагает жестко. Опасный участок. Ну да, это я знаю. Окей. Да блин, да что ж ты? О, найс. Как, ну, так как кому-то это. Вот так. Так. Тут можно, в принципе, сделать два выхода. Можем наверх, можем вниз. Если вы спуститесь, ну, если вы спрыгнете вниз, то... Дальше нет никакого пути наверх. Потому что возле не будет никакого выхода. Да, здесь надо поверить, чтобы был еще один. Нет, я никакого. Я никакой в тебе не верю, да блин. Да хамы, блядь, заебал. Так. Так, осторожно несем эту палку и. Надо сделать. Ну, блядь. Ну да, тяжело. Бля. Давай, ну. Блять, какой. А, все, нормально. Так, где ж ты ее прыгнул? О, видите, все. Ой, блин. Я помню это. Все. Надо еще. Внимание. Новоприбывшие. Внимание. Блять. Блин, ты этот ящик. Блин, извините за это, не слышно. Где еще один? Похоже, я и должен быть четвертый. Ну, сейчас зато у нас до этой плиты, и мы сможем открыть ей путь. Главное, что я уже сейчас дотронулся. Посмотрим, если сейчас эти дотронутся. Похоже, что... Все, отлично. Все. Идите, как просто. Да, подождите, сейчас надо убавить немножко звук, а то как-то не. Вот, все, нормально. Вот. Вот так мы и прошли. О, а я раньше-то не замечал.
Найс. Чё-то я не знаю. Так. Ну вот, может было попасть вниз, но это не обязательно. Да что такое, ну? Давай, папа. Добрый день. Меня слышно? Эй, надеюсь, глухих здесь нет? 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 Подплудите же. Эй, да что такое? Давай, блин, улыбайся. Готово. Окей, ну готово так готово, чё? Ой, бля. Ой, не понял. А, вот, фу. Блин, я подумал, что это. Что, боже, больше нету ящика. Блин. Сейчас главное после... Упс. О, меня реально что-то дёрнуло. Ну да, я просто давненько я уже не пошел сквозь. Да, я давно уже не пошел сквозь этих мин. Блин, я что даже... Давай, быстрей. Отлично. Давай. Давай, быстрей. Так, все, да. Остался один ключ. Повторяю. Остался один ключ. Все. Так, сейчас берем рацию. Блин, где не кушаю. Привет. Ты меня слышишь? Эй, ку-ку. Эй, времени мало. Вообще-то времени у нас тут навалом, но не буду портить сюрприз своей болтовной. Блин. Галёный. Все еще у Филиппа. Это я, твой друг, доктор Эминус. А ты еще кого-то ждал, да? Я знаю, что ты придешь и найдешь меня, но все равно приглашаю тебя. Похоже, я, насколько помню, министр, по-моему, тут был доктор, который спилился как он, свой мозг, ну или как оно там, башку половины, и он стал зомбарем, это помните? Если я вообще помню. Ну да, помню. Это он и есть. Короче, это все, что... Так, я надеюсь, что я допрыгну. Конечно, блин, не допрыгну. Просто это сюда прыгнуть. Блин, лагает, жестко, хочу помнить. Общее количество ключей достаточно для выхода. Это уже слышу, давай, ну. Главное, чтобы сейчас попал выход. И на этом закончим. Окей, давайте. Давай. Блин, кому-то с новым микрофоном играть, потому что раньше у меня был какой-то звук вообще тупой. И говно какой-то. Так, сейчас мы сюда прыгаем, сюда. Все, отлично. И... Бамс. Истинная, как скульптура, одной точки зрения слишком мало, чтобы представить ее целиком. Да. Я не знаю, что вообще даете предложение, что вообще цитаты такие. Все, вот это, давайте на этом мы закончим. Да, довольно прошла серия довольно долго. Ладно, ну вот, следующую серию мы начнем здесь. С вами был Каймастер. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.